Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с протестующими родителями солдат-срочников, которых власти хотят направить на службу в Карабах. Об этом передает канал 13 со ссылкой на армянские СМИ. «Премьер пошел нам навстречу», – сказал один из родителей военнослужащих Сурен Джулхакян, выйдя после встречи группы родственников с Николом Пашиняном. Отец солдата отметил, что нельзя считать, что родители удовлетворены, так как о решении поднятых ими вопросов говорить еще рано. Родители военнослужащих договорились встретиться с Пашиняном еще раз. Отметим, что ранее родители солдат срочной службы провели акцию протеста у здания правительства и военного института с требованиями, чтобы их сыновей оставили служить в Армении и не отправляли в Карабах. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.